В Актобе прошла двухдневная областная спартакиада среди ветеранов труда. Мероприятие было приурочено ко Дню независимости. Игры начались с соревнований по волейболу. Наша съемочная группа посетила открытие спартакиады. Данное мероприятие в Актобе прошло уже второй раз. Программа игр была насыщенной. Если в прошлом году соревнования проводились по 5 видам спорта, то в этом году их уже насчитывалось 6. Уже 6 видов. Мини-футбол, волейбол, шашки, шахматы, тоунс-малах и настольный теннис. Так, они все проводятся в разных объектах города. Уже вот организовано везде, начинаются мероприятия. Кроме Иргиза и Каргалинского района приехали все команды. Это очень похвально. Вот, более 120 участников принимают участие. Возраст участников 50 лет и старше. Вот. Ну, думаем, если будет все хорошо, на следующий год уже третью спартакиаду. И так ежегодно спартакиада наша будет посвящена Дню независимости Республики Казахстан. Вот, только что прошло открытие, команды организованы, сейчас начинают соревнования. Для игр волейбол выбрали спортивный зал детско-юношеской спортивной школы номер 2. Наблюдая за игрой и самими участниками, мы отметили, что все они в отличной форме, играют на высоком уровне. Здоровый образ жизни и спорт становятся популярным не только среди молодежи, но и среди старшего поколения, что благоприятно сказывается на их физической форме. Я прибыл с Хабинского района, с родины чемпионов, с родины героев. У нас в районе 8 героев Советского Союза. Хочу выразить благодарность областному совету ветеранов за организацию соревнований, пожелать участникам успехов, удачи. Мероприятие было организовано областным советом ветеранов спорта и физической культуры. Главная цель спартакиады – пропаганда здорового образа жизни. В завершение победители были награждены денежными призами, а также кубками и дипломами. Зарина Утбанова, Самат Каликенов, телеканал Актобе.